Мое мнение то, что сборная выиграла Олимпиаду, и нельзя убирать тренера такого, как знарок, из-за того, что СКА вылетела из плей-офф. Как бы я считаю, тренер хороший, столько лет доказывал всей России. Я думаю, кто бы ни был тренером, хоккей в России был и будет развиваться. И мы гордимся тем, что у нас какой хоккей. Футбол бы так развивался, еще было бы лучше. Нормально. Думаете, нормально? Нормально, да. Хоккеисты хорошие. Нормально бы все.